Новичок? Офицер Шелли. Уилл. Офицер Броган покажет вам все необходимое. Хорошего дня. Запомни одно важное правило. Не убивать без крайней нужды, иначе потом хрен разгребешь. Это Провиденс, дружище. Здесь ничего не случается. Вызываю патруль 2. Патруль 2, прием. Полиция, выходите с поднятыми руками! Какого черта? Простите, мэм, сохраняйте спокойствие. Пошел ты, я покажу тебе спокойствие! Молчать, придурок! Твою ж мать! Какого черта ты наделал, Уилл? Ты забыл мое самое главное правило! Не убивать без крайней нужды! Надо сваливать. Сделаем так, чтобы это выглядело как убийство. Заметаем следы, забираем бабло и вешаем на другого. Ты так уже делал? Да? Ну, в смысле, я же... Ну... Сэр, вы заметили какую-нибудь пропажу? Там жуткий бардак, но нет. Все на месте. Куда делись деньги? У меня нет денег. Я пришел в твой дом убить твою жену, но она была уже мертва. Кто-то другой убил ее. Это ужасно. Какие услуги вы оказывали, миссис Четлоу? В основном массаж. Расскажи им еще и о танцах. Что за танцы? Ну и иногда вот это. Что за сына я воспитала? Заткнись, ма! Скажешь кому-то? Привет, детка, не говори, что ты что-то знаешь. Хочу посмотреть, можно ли ему доверять. Я докопаюсь до правды. Завтра вечером забираем деньги и валим. Слушай, Пейдж, просто будь осторожна, ладно? А насколько вообще реально прожить счастливую жизнь? Просто смирись с тем, что ты преступник. И это лучше, чем верить в то, что ты добропорядочный. Люди мертвы. Слишком много убийств для простого совпадения. Мы хорошие люди. А с хорошими людьми случается только хорошее. Ненасытные люди.